Рыболовные снасти, оружие звероловов – основная часть этой выставки. Но одна из самых популярных – трофеи. Свои уловы сегодня на выставке «Охота и рыболовство Алтая» показал и Алексей Ким. За 25 лет охоты по всей Сибири он собрал целую коллекцию. А за голову кабана на выставке стал даже победителем в конкурсе трофеев. Вообще Алтайский край, конечно, считается такой суровый край природно. И здесь действительно живет зверь трофейных качеств. Красивейший край, считаем, что много где поездили в России, но вот Алтайский край, Республика Алтай, считаем, что это жемчужина нашей России. На протяжении трех дней до 31 июля на территории рынка ВДНХ будут проходить мастер-классы по изготовлению чучел и первичной обработке трофеев. А еще здесь обучат основам рыбной ловли, стендовой и прикладной стрельбе, а также разыграют разрешение на право добычи охотничьих ресурсов в предстоящем охотничьем сезоне. Анара Шагирова, «День с толком».